Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Григорий, Джек Шепард, Артем, Сейтан Рулс и я, Артур Блэк. И мы продолжаем жить в мире Старой Республики Звездных Войн. Мы находимся на Титуне по-прежнему, мы проходим испытания. И... Всем привет! Всем привет! Да, и я забыл опять сказать вам. Нет, ну не думайте, что мы прям живем тут. Живем. Просто мы сопереживаем вот так вот. Да, мы проникаем. Так, ну и что, мы сейчас поднимемся. Мы идем на испытание. Здесь мы огнем. 5 штук нам надо зажечь. Файя. И добраться до матриарха, который там внизу. Ой, наверху, вернее. Внизу говорю. Ну, понял. Че, не расстраивайся. Это будет довольно сложный путь, насколько я помню. И в конце, насколько я помню, там будет злой, самый злой флешрайдер, который просто будет рвать, если ты будешь в одиночку. Поэтому мы сначала пустим вперед Тёму, не будем ему помогать, посмотрим, насколько спасибо. Он себя... Да, давай, Тём, беги. Я восхищаюсь вашим доверием ко мне. Ты сможешь. Я смогу. Ой, даже заград камней такой полетел в него. Это я. Оп! И завис. Да, видите, что я делаю с людьми, это просто да? Ужасные вещи вообще творит. Ты сломал игру. Я как обычно. Так, еще один сигнальный огонь. Отлично. У меня как-то этот стоит, полоса справа, она закрывает половину надписей квестовых. Надо будет ее после серии переставить. Потому что я не вижу, сколько у меня костров там задачи. Но надеюсь, что все в порядке. А у тебя она разве не внизу? Нет, она у меня справа. Ну, то есть, я понял, что справа, но не пониже. Нет. А можно... Ну, ладно. Ну, можно. А уж опосля... Да потом... Эй, что происходит такое? Собирался ударить, и тут бац, они улетели в стену. Вот, пришел какой-то маленький, смотри. И противный. Да. Получил. Так, еще одна панель. Нет, я все-таки... Подождите секунду, я переставлю эту панель, она потому что вообще мне перекрывает все, что можно. Окей. Я ее поставлю на другую сторону. Так, все. Сейф. Медитировать над этим я буду. Ля-ля-ля-ля такой. Пошли дальше. Вон он еще один огонь. Медитирующий Зангиев, это, конечно, не каждый день увидишь. Кто такой Зангиев? К концу прохождения такой. Кто такой Зангиев? Так. У меня надпись «Зажгите четвертый сигнал». Это правильно? Правильно. Все верно. О, что? Не, их тут больше, чем 5. А, это 5 нам надо эликсиров уничтожить. Ой, кто-то прям сгорел. Кто-то прям сгорел. Так. Сгорел. Хорошо. Как это все круто выглядит. Я надеюсь, хоть в этом прохождении мы получим космические корабли и будем летать. А у нас уже... Нет? Я уже доходил, кстати, до этого момента. Это интересно. У меня будет за... За ситов, наверное. Да, за ситов. Кстати, тот супер злой Маргавок, он мертв. Ага. То ну, его... тут еще появится. Это на самом деле печально, потому что мы опыт нифига не получим. Да получим. Он сейчас. Получим, сейчас дождемся его. Воскрес. Вот эти ребята так. Ох ты тут. Не-не-не, Дэвид Блейн. Нет. Такая же команда, как мы, только мы клевей. Стопэ только так подошли. Это что такие тут за парники? Трико. Да. Ты провел путь пилигрима нормально, джедай. Я видел сигналы, которые ты зажег по пути. Несколько люди... Немногие, в общем-то, добились этого. Я Коловиш, первый матриарх и почитатель... чтец древних текстов. Я привел людей на эту планету. Я приветствую тебя. Да. Спасибо. Это привилегия встретить тебя, матриарх. Это честь для меня, в общем-то. Для меня тоже. Для меня будет тоже джедая. Честь джедая встретить, который следует нашим путем. Так. Короче, другие твилеки не любят вот это вот новое движение там с матриархами, поэтому отвергают, поэтому они улетели сюда. Ты разделяешь наше, в общем-то, бремя и, в общем-то, разделяешь нашу силу. А что за ответ внизу? Ик. Что это такое? Хрен знает. Мой долг перед орденом джедаев, а не перед паломниками. Все равно мы тебя приветствуем. Возьми эти дары. У нас, в общем-то,
не очень богатым, а чем богаты, тем и рады. Да. Ты разделяешь наш мир, и ты встретишь тяжелое будущее. Почему? Я выбрал. Почему ты так думаешь? Это путь джедая, который встречает тьму. Я думаю, ты встретишь тьму в нашем мире и, возможно, даже за ним. Отправляйся по своим делам. И, в общем, так как мы и договорились, мое благословение пойдет с тобой. И вот нам... мне дали перчатки. 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 Такие все забили на суть квеста. О, перчатки. Подожди. Так. О, они как раз к моим сапожкам подходят. О, там внизу. Смотри, там внизу кто-то бегает. Короче, подождем этого. А там уже два мертвых. Ага. Джек Шепард. Не прыгает. Ох, какой же ты, блин, Джек Шепард. Все-таки Джек Шепард. О, блин, и я твою дивизию. Я спрыгнул. Ну ты спрыгнул без крика, поэтому... Я камеру повернул, а... В общем, да. Что, будем ждать? Подаван Джек Шепарду. Я тоже так себе хочу написать. Я могу. А что делать? Это нажимай. Что называется? С. И слева наверху там можно выбрать. А мне не надо быть подаваном. Сейчас он появится, будет ошарашен тем, что тут кто-то ему танцует, и мы его убьем сразу. Ну, окей. А тактика. Тактика, братюнь. Каменюками. Так, а я хочу сейбру. Что это у нас такое? Что такое? Да не, мне тут умение какое-то дали. Надо хоть попробовать, как оно работает. Ну да, можно. Где там этот парень? Где он? Ну? Ну? Приходи на бой, честный. Чудище. Идолище заморское. Идолище поганое. Богатырь пришел. Пятого левела. Мне меч. Не, ну в принципе он пятого, мы четвертого. Тут по идее можно и по одному его размотать. Там какой-то портайзер еще справа от нас. Портайзер, убить всех портайзеров. Так, мы его сейчас вольнем, и потом мы идем куда? Идем обратно в деревню, хвастаемся. И потом идем там говорить, что нужно уничтожить оружие или забрать его у флешрайдеров. А, еще отца какого-то надо найти, гона какого-то. Да-да-да, и кроме того, эликсир нужно кольцо найти, который улучшает их. Да-да-да-да-да. Так, да, что... так, ну я чувствую, мы тут... Ой, я чуть не упал туда. До скончания республики стоять. Ну кто стоит, а кто танцует? Ну тебе проще. А тут тип вообще вывалился из-за гарпи. Я говорю, да. Портайзер этот, ага. Че это он вывалился? Он сидит, ждет. Как он появится, этот... Вывалил свои... Ну, ты понял. Кохонес. Кохонес, да. Так, ну что ты... Надо не дать ему шанс. Давайте пафосно пойдем отсюда, если до того момента, как мы уйдем за поворот, он не появится. Он ждет, пока мы уходим. Типа, пока мы... Сейчас вот только вы отвернетесь, и он сразу появится. Да здесь опять набежало. Да пофиг, мы сейчас будем первыми. Он выжгет мне сердце. Я даже меч не стану. Все, это уже наш. Это уже не важно. Все, I'm ready. Ну, я думаю, теперь этот парень не особо рад будет появиться тут. Всякая толпа. На самом деле, я такие... Заметили, когда просто играли, то есть, когда игра была платной полностью, народу было меньше. Было 30, наверное, человек. Да, да. А сейчас он онлайн 149. Это начальная планета только. Не, ну и серверов-то поменьше было. Ну, да. Не, побольше было. Сейчас меньше. Поэтому все... Так, у меня PvP. Опа-па. Опа, давай, мочи. Тёма, давай. Тёма. Ломай ему член. Ну как-то так, да. Мы верим в тебя. Нет. Бафните, пацаны. Нельзя. А, нельзя. А, ну да. Я сейчас навешивание чувствую. А кто фейерверк запустил? Я. В честь поражения, да? Так, сейчас навешает. Ты отстой. Да. Ешь эту лечилку. Не, а я не закрепил тут скиллы. А, понятно, он победил тебя. Короче, мне пойдем, еще сколько его ждать можно этого урода. Сейчас я еще подлечусь, и как раз он респнется. Ага, хорошо. Я пока помедитирую, подумаю о теории заговора, о жнецах и о чем там еще у нас принято думать. Чак Норрисе. Да. Не, Чак Норрис сам обо всем думает. Вот он. Вот. Я ж тебе говорил. Я был первым. Я крутой. Капец, народу набежал. А он не успел, тот чувак, который победил меня. Да потому что я крутой. Кто танцует, тот и победил.
навешали. Так, сила выносливости, это наши. Это нам. Need. Yeah. It's mine. It's mine, machines. А сапоги, кстати? Сапоги? Сапоги. Бери сапоги. Не подходит к моему. Все, пошли. Что вы такие говорите? Сапоги. Ой, да нормальный сапоги, не шо это? Да я уже даже не. Все, спускаемся с горы. Можно было тревел, в принципе, но... Да, но зачем? Тут не можно было Джеранимо! Можно будет еще вон в них вон камешки покидать, это ж круто. Дал. Смотри, стоят, смотри, стоят, смотри, стоят. Один, да, один да. Ходит тих, такой, тих, руку. Не трогай вот эту, которую... Ну, не трогай, ну... О, видишь, он висит. Ему круто. О, он висит. А это кто такие? Смотри. Без нас! А как тут, блин, закрепить эти умения? А, лок. Все, я нашел. А то я, блин... Вместо того, чтобы нажать их, перемещаю по экрану. Ну да. Ладно, там, это все отмазка. Есть. Я думаю, это я проиграл. А как ты вообще прибежал, Джек Шепард? Они тебя не заметили даже. Куда, кто? Да не, нормально все. Не заморачивайся. Окей. Это окей. Да, народу, конечно, стало просто тьма. Ну это круто. Это круто. Ну это круто будет, особенно на Корусанте, скажем. Ну да, на планетах побольше. Да, здесь просто. А представь, что будет, когда мы прилетим на флот. Там и так да, народу да. Вечно была тьма, а то вообще будет, наверное. Ну нормально, теперь у нас компьютеры нормально, ничего тормозить не будет хотя бы. Да, это радует. Ну да, у нас, да. Блин. Хватит, мне напоминает. Кстати, ой, я завис на себе. Я как обычно гальки накидал. Пока там делюсь. Получай противные камушки. Такой воин опасный. У меня он бегает прикольно с мячом. У вас как так, как сбитый. Халк! Смэш! Так, подходим уже к деревне. А подожди, а где здесь может быть это место, где можно забраться там и получить этот голокрон? Нет, тут, Вот смотри, бля. Нинеморт. Ты мне смотри, я в тебя камушки кинуть могу, да? Да. Я так опасный. Так, куда мы идем хвастаться? Вот нам вон. Хвастаться нам. Куда нам идти хвастаться? А хвастаться нам надо? А квест нам кто давал? Мы же выполнили его. А, мы его просто выполнили еще, да. Да, с женщиной поговорили и нам норм. Ну все, значит, нам в эту сторону. Окей. Это были 90-е. Мы выполняли квест. Как могли. Там какие-то опасные зверюги. Но уже какие-то коцаны. Они упруты. Я вот так делаю. Эй! Так, 15 штук надо таких наколупать. Да, ну зачем? Один готов. Давайте жить дружно. Так, ребятки. Не. Танки уже убежали, как обычно, вперед. Мы въехали просто в стройку в эту. В стройку, да, я понимаю. Оп, успел поднять. И теперь он до конца жизни будет здесь висеть. Да. Конец жизни. Не повезло, пацану. Подожди, вон там, он куда висит, я смотрю, там, по-моему, какой-то квест есть. Пойдемте ко мне. Квест? Мини-квест, да, какой-то. Там мы найдем чьи-то останки, возможно. Погнали. Что-то просто я помню такое. Ребята, добрый день. Я там, я издалека это видел. Меня когда-то убить. Почему они половина зависает в воздухе? Рэгдол отказывает, что ли, у них? Ну что? Because... Нет, это не поэтому. Нет. Короче, тут ничего нет, я обманул вас. Так, блин, просто, сколько народ просто там у тебя были счеты с теми. Я тут людям помогаю бить всех. В щи. Как истинный джедай. Like a Jedi. Так, а это что такое лежит? А, это понятно. Че ты тут летаешь? Че ты тут летаешь? У меня ПВО есть. Что, ПВО? Зачем? Так, ну надо еще сколько? 10 штук убить. Не, у нас, кстати, уже лежит мужик с кольцом, по-моему, нет. Да? Где? Наверху. Возможно. Видишь, рядом с ним люди какие-то. Не, тут датапад какой-то. Где? Дженкин, слышишь? Сейчас, секундочку. Папку! Ой, Артур.
Они нашли меня. Нашли о, патриарх, прости меня. Флешрайдеры здесь. Я не могу драться с ними. Патруль слишком далеко ушел. Я не могу. Это с батя его, кстати. Прощай, мой сын. Угу. Мой матриарх. Прощай. Вот такой. Так, отлично, кольцо найдено. Можно отдать его отцу. Но мы потом. Да потом. Мне дали 30 опыта за что-то непонятно. Ну я убил. Ага. Хорошо. Это что тут вообще какой-то, я не знаю, какие-то не хотели. Развалины тут, какие-то осколки кораблей, что-нибудь. Да тут вообще построили. Какая-то, короче, мертвая. Свалка мертвая. Пустыня, да. Долина смерти, короче. Кстати, а куда сначала, к нам или к Артуру? К нам уже вот пещера. Вот сюда, вот это и к кому? И туда, вот это к нам. И туда и тогда идти надо, так что какая разница. Это. Конечно. Зарядил. Тут все мертвы. Не, видимо, тут кто-то только что прошел. Ну да, я его вижу. Мне его убить? Нет. Ты мне скажи, я убью сразу. Джедай. Я убью. О, я хочу прикольно. Пробежали. Камешки, камешки. Гринго. Так, у меня убиты 7 из 15 флешрайдеров. Нет, да, тоже. Здесь, по-моему, кстати, довольно опасные враги, если я не ошибаюсь. Или нет? Здесь, нет, да вряд ты ошибаешься. Это не херой. Нет, в смысле будет, когда дойдем. Не исключено. Maybe. Так, тут это же мы по какому квесту идем сюда? Убиты по главному. По вашему главному. Да, найти, да. Короче, какой-то ключ. От мастерской военной или что-то такого. Так, 9 из 15. Thank you very much. Так, и нам наверх. Что ты делаешь? Что, вот что он, что вот он, лянь. О, ты его подкинул. Ой-ой-ой, вот это он мне втащил. Ох, как он тебе. По щечину. Меня шея хрустнула. Опа. Толково. И в последнюю секунду у него такая какая-то коробка прилетела. Штанья, сила воли. О, штанья. Нет, это мне такое не надо, спасибо. Ну, хорошо, я бы взял. Вот как раз тебе, да. Ты взял. Сила воли и выносливости, это как раз. Так, подожди, куда идти, я что-то не соображу. Я эликсир разобрал. Эликсир нашел? Один уже, да-да-да. Во. Ну да. Он еще описан. Сзади, а вот еще чаша стоит. А, вот они тут и есть. Окей. Тысяч. А как мы их вон и я еще 5 вижу. Штук надо, они появляются просто перед нами. А, они просто тут народ пробегал. Угу. Поэтому, наверное. Я врываюсь. Меня глушанули. Стройку. Так, мне еще одного надо. Готово. Шаманы сильные такие, да? Так, я нашел еще один эликсир. Может, подходите как-то? Я сейчас. Давайте подходите, чтобы он всем засчитался просто. Давай. А, тут вот парочка даже есть. Мы там на огне, Джек Шепард. Давай. Maybe I can help you. И хорошо. Такие камушки опять летят. Вот еще парочка. Ой, есть. Сразу две. Один. О, второй. Красиво. Мне, неплохо. Мне еще один. Да? Ну да, мне тоже. Нет, тоже один. Окей. Так, теперь основной квест ваш. О, у меня тут что-то светится. Уже нет. А, я все забываю, что здесь вещи-то общие. Так. То есть я привык к Resident Evil, что Джек Шепард просто свое забирает, я свое. Ну, тут подождем, пока он эликсир вот здесь вот сзади, назад отбегите. Вот, уже нагрел. Да, потом. А, одинокий такой. Ладно, я его уничтожу. Вам не дали? Нет. Ну ладно. Так, пиздец, как ты мог-то вообще? Хреново без нас. Ну, ты видишь, когда вот сбоку, если наши, типа, аватарки такие... прозрачные, полупрозрачные, значит мы нам не засчитываются, в общем, те же действия, да. Так, ну где еще вот один. Вот тут внизу должна появиться, куда я смотрю, и наверху. Ну, если что. Рота да. Уверхнем сейчас, крякнем. Вот смотри какой. Это уже мне по щам дал, да, нет, я к нему больше не пойду. Это другой. Так, ну тогда ладно, да. Тот, который тебе по щам дал, рядом лежит. Да его брат Василий. Чуть-чуть кача, не помешает. Насчет братоубийства вспомнил сейчас. Блин, где они все? Народ уже появился. Уже второй раз.
А это все никак. Вазочки с эликсирами. Я говорил им. Пойди в пещеру, слушали. Говорили они мне. Угу. Будет весело. Собери вазочки, сказали. Ну, где, что, где, опять где? Он наверху появился уже? Ну да. Ля, он резкий пацанчик. Это уже ну... третий брат. Ох, как он мне врезал. Нормально он тебе врезал. И стоят такие вдвоем, смотрят в пол. Такое ощущение, что они вообще больше не появятся. Да не, появится. Ну все, вы сломали игру. Не, может просто мы их взяли, и они теперь нам типа не видны будут. Видны будут. Да. Ну ладно, давай другие найдем. Конечно. Давайте сначала убьем кого-нибудь, скажешь. Я пятый уровень, не окей. А я уже был пятым. А я еще четвертый. Угу. И это не окей. И тут должен быть смех мастер Йоды. Из тебя знаешь, какой мастер Йода? Вот я нашел. Я нашел. Я первый. А у меня нету тут ничего. А, не, она стоит еще. Я должен был быть первым. Так, вот и все. Так, сейчас мы пойдем, мы там еще нарвемся на врагов. Их тоже побьем. А нет, их уже убили. Все, пойдемте по вашему квесту. Погнали. Ну, раз ты так говоришь. А что от вас тут требует-то? Не знаю. Ключ надо. А, оружие, да, оружие там. Точно. Рековер. Так, подожди, Джек Шепард. Ой. Простите. Или что, или да. Так, join Джек Шепард. Не, стой. Прыжок. А где камушки? А камушки где? Я забыл. Я ради этого только набить в кармане. Как ты мог? Я только ради этого их ударил. О, ворвались. Стройка. Да-да. Паркур. Так, а что там такое лежало? А нет, показалось. Хорошо. А, я это помню. Это место. Я буквально сегодня игру запускал. У меня там перс был на этом месте как раз. Тут сейчас надо будет делать выбор, кстати. А мы доверяли тебе. С этим сложный, моральный. Ну, конечно. Убивать или убивать жестоко, да? Нет, там с оружием. С этим связано. А, понятно. Отдаем или нет? Да. Так, что там у нас? Ой, а почему он стоит? О, леггинсы. Труселя. О, это нормально. Мои. Да-то я бы взял. Подожди, зачем у меня ботинки вообще мне не нужны лежат? Может, я их кому-то отдам? Так. Я их дам. Кому из вас мне их дать? Мне не надо, у меня есть штаны. Я их дам тогда Джеку Шепарду. Джек Шепард. Нет. Держи. Возьми Джек Шепард. Как, что, где? У меня ничего нет. Там трейд надо трейд выбрать. Надо. Джек Шепард. Я ничего не вижу. Какой трейд где? Ну, на иконку класс. Ладно, забей. Короче, да. Я не понял, что я должен делать. А, так. Хорошо. Ну, давай. Смотри, какой сильный вармастер. Давайте я подниму воздух. Ну да. Залагает тогда. Что-то он даже как-то не упал особо. Отдвинул его раму. Вот его ключ. Теперь ключик включаем. Ох, какой крутой. И сейчас сейчас дроида ж найдешь ты. Да. Угу. Так, оружие технологии флешрайдеров содержит этот контейнер, в общем-то. С помощью которого они нападали на твилеков, да. Так, точно. Ты уж там решишь, что с ним делать. Ой-ой! Короче, я видел флешрайдеров, когда это все взрываю. Толково. Рад видеть джедая. А, окей. Захвачен флешрайдерами. Нужно спасти. Захвачен? Нужно спасти. Скажи мне всю историю. И помедленнее. Разведчик робот-джедаев. Пора... О, зачем ты промахиваешь? Ох, как он быстрый. Я ничего не делал, он сам. Короче, он говорит, я сломан. Попал он в эту засаду. Не смог засечь засаду флешрайдеров. Зачем они тебя поймали? Интересует технология. Интересует астромехи. Симулировал деактивацию и подсматривал. Бенгелмор, кто такой? Научи наших солдатов использовать это оружие. Тренируй их, чтобы нападать на джедаев. Джедаи падут, когда наша армия наберет полную силу.
Калиф, это мы которого убили уже, да? Да. Ты семь бесполезный. Управляет ими. Забери ты семь безопасность и убери у него запрещительный болт. Ой, болт, говорю. Я не понимал, зачем это было нужно. Увеличил радиус сканирования. Все, готов двигаться. Вот такие дела. Так, ну ты выбрал злой вариант, типа, да? Я уничтожил, по-моему, эту штуку. А я сейчас попробую выбрать добрый. Я думаю, он сейчас с тобой не будет бегать. Ну, то есть, когда мы выйдем в общее поле. Там можно будет сделать, чтобы он с тобой бегал. Но вроде как, когда мы бегаем... А, он исчезнет сразу. Ситов, он исчезает, да. Нет, ну, на самом деле, нас четверо максимум будет в пати. А, то есть один компаньон может один быть. Будет, да, один. Значит, это будет мой. То есть, нет. Будешь отвечать тогда мой. За двоих. Это будет мой хобот. It's mine. Так, ладно. It's mine. Пойду обратно. Я тоже сгоняю. Пойдем поможем. Оп. Что творит, а? Я думал, у меня будет только ездить и пикать, да? Сломались. Так, я заблудился не в ту сторону. А, вон он точно. Почему я не могу прыгать? Я нажимаю, мне пишет, надо прыгать. Далековато. Я прям тут стоял. Нормально вы прыгаете. Как я не знаю кто. Как Сайгаки. Аки Сайгаки. Угу. А он туда сможет допрыгнуть? Отсюда? Нет. Слабачок. Джеронимо! Камешки. Камешки. Выполнили бонус миссию. Блин, я думал, это твой дроид меня током бахнул. А это он и был? Думаю, ну вообще, пацан. Да-да-да, это он и был. Ну, короче, как-то так. Вот такие дела. Я вижу, когда безумные стены въезжают. Вообще не все. Так, есть дело такое. То же самое. Опасен. Так, я, в общем-то, заберу. Я выбрал второй вариант. Я понял, ты его взорвал, а я заберу его этим самым деревенщине этой. Добрый зомбиев. Они бы смогут защищаться со всем этим оружием, ну понятно, дроиды. Все дела. Все. Толково. Хорошо. Твоим твилеком будет лучше, чем твилеком Григория. Да. Бедные твилеки Григория. Отстой. Такие, он у нас отстой. Не принес ничего. Козел вообще. Мы тебе не будем просто давать, да. Такие между собой в деревне. А этот ты наш, слышали? Да-да-да. Оружие-то он не принес, скотина такая, да? Давайте ему это. Не знаю, там подсыпем что-нибудь в суп. Придет. Все, возвращаемся. Да. Пирожки бабушкины повезли. Ну смотри, какие бабайки, давайте их сломаем. Оксана Бабаян. Сломаем. Но вы уже все сломали, что такое. Что такое? Как вы? Ух ты, что зелененькое что-то. О, перчи. Что за перчи? Да. А, нет, не нам. It's mine. Ну, конечно. My precious. My commendation. Круто. О, еще что-то выбыло. Commendation. Что? Что у флешрайдерсов в карманцах? В леггинсцах. В леггинсцах. Хоббитцы. Леггинсы. Леггинсами хоббитцы. Окей. Вот это капец какой-то. В этой пустоши нам надо? Нет. А, нам что, твой квест, Артур, сейчас? Да. Да забей, пошли домой. Надо, не надо. Как ты уже тут оказался? Ну я вышел так, через дверь. Мне нужно. И вот я тут. Да. Тут. Пилигримы. Найди Нейтана Релоха. Дрейка. Это мне нужно. Блин, у меня тут столько квестиков. Артур, когда Uncharted? Подожди. А, мне вообще еще дальше нужно идти. Да сейчас тебя дозагрузит твой мозг. Куда идти? Лоудинг. Да. Я бы тут на лошади поскакал. Окей. Ты тупо скорим. Или на этого заскочил бы на робота и такой, вези меня, робот.
Да, ну... А вы видели вообще этот Elder Scrolls онлайн? А мы уже говорили, по-моему. Ну да. Да, было дело. Поиграем маленько, да и хватит. Не, я думаю, я даже не буду. Не, ну посмотрим. Как Еретик! Как пойдет. Сжечь ведьму на костре. Да-да-да. Так, что-то где-то вообще пусто так. Да, он уже всех убил. А. Дона. Силой мысли. Угу. В натуре пусто. Ну да, интересно так. Тут да, они все были мертвы, когда я пришел. Я тоже запускал игру перед записью, да? Тут вообще никого нет, это нормально? И ничего, что самое интересное. А тебе, может, с кем-то поговорить надо, нет? Нет, мне здесь нужно вон тот ящичек. А, я думал, даже квестовый персонаж мертв. Только я не могу его... Твоя сила слишком безумна. Кто-то был, короче, да? Не, ну это же вроде как мой... Уникальный квест, нет? Ну да. Да. А, вот, блин, что я туплю, вот же он стоит. Здоровый светящийся куб. Да, он слишком исключением, он просто потерялся. Ну да. От тебя много шума. Я пришел за флешрайдера, я нашел подавана джедаев. Давай, рассказывай. Подумать пришел, в общем-то, среди мертвых. Че ты приперся? Чтобы получить холопроджектор. Мастер послал меня, чтобы забрать этот холопроджектор обратно в храм. Меня зовут Нелан Ралак. Другие в деревне, в общем-то, рассказывают истории о легендарном защитнике. Они не понимают. Флешрайдер уничтожен? Нет. Мой народ не в безопасности, пока я не изучу свои... Не изучу его, короче. Реликвии Тайтона еще могут кое-чему научить. Я слушаю, я могу делать вещи, которые никогда даже не представлял, что смогу сделать. Я буду защитником, которого так, мои люди заслуживают. Служит мой народ. С тобой что-то не так. Джедаи, короче, не могут контролировать то, что... что он сказал? Condemn, я не знаю, что... Но это не твое дело, говорит. Только флешрайдеры имеют значение. Мне показали, как нужно их покарать. Опа. Короче, силы выручил от этого холопроектора. Хрена так. Ты же любишь камушки кидать? Ну да. Флешрайдеры придут, но не уйдут. Короче, смерть по сравнению с тем, как страдали мои люди. Как это Merciful? Это типа мягкая смерть. Ну типа, как сказать, да. Мягко. А ты нас обоих убьешь. Мое путешествие только началось. Теперь беги или умри. Слышишь, ты куда нас завел? Ну ладно, че. Бля! И ноги сломал. Ну да. Такой аферик. О, мазай. Хорошо. Смотри. Что творится. А сам дрыснул, сволочь. Ну да. Дрыснул. Велеки, я им не доверяю. Зря я им оружие отдал. Да. А мои велеки такие, он им оружие дал. Че, ты как обычно ушел вперед. Нам нельзя доверять. Я вообще стою на месте, видишь? Капец, что творится. А мой этот успевает, ездит, этот... пикает. Там вообще в панике. Ой, что камень упал. Тёма, ты был близок. Да-да-да. Очень близок. По башке валуном. Рядом так, как еще. Ага. После этого Зангив стал добрым. Кто там мяукает? Это кот мой. Я думал, другой. Один пикает, другой мяукает. Кот такой. Хозяин, давай! Еще все, мальчики. Мы челси, давай! Уходите оттуда! Спасайте свои задницы! Короче, какой-то паренек. Что-то у меня одного с пингом какая-то проблема, нет? Да, нет. Нормально. Потому что я как-то бью, и потом через секунду только все умирают. Это окей. Странно. Так, ну и в принципе что? Что, давайте завершим, а в следующей серии уже начнем в этой, в деревне. И там все квесты сдадим, чтобы не бежать, нет, просто. Нет, мы начнем отсюда, здесь, по-моему, еще какие-то квесты, из которых нет, можно тут взять. Нет, 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 нет. Не знаю, короче говоря, посмотрим, увидимся в следующей серии. С вами были Джек Шепард. Сатурнес. Сатурнес, да. Сатурнес. Он же Сатурнес. Короче говоря, увидимся завтра.
Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока. Bye.